Здравствуйте, дорогие друзья. Нахожусь я в городе Пятигорск. Со мной замечательный человек, он сейчас представится. Меня зовут Пулат. А вот в свое время, не так давно, он ко мне обратился за помощью, так как его оформили сотрудники полиции за светодиоды. Вот наболевшая проблема. Ну и расскажи небольшую историю, как все происходило. Меня остановили в Кабардино-Балкарской республике сотрудники ГАИ. При том, что у меня были установлены светодиодные лампочки, мне выписали материал по светодиодным лампочкам. Передали в суд. Угу. И вот, когда уже передавали в суд, я нашел видеоролик Вадима, написал ему ВКонтакте, мы созвонились, и вот Вадим мне помог выиграть это дело. То есть, получается, в рамках производства были предоставлены доказательства с твоей стороны, и судом было переквалифицировано с третьей части на первую часть, где ты оплатил 500 рублей штраф. Да, мне выписали 500 рублей штраф, я оплатил его со скидкой, получилось 250 рублей. В общем, все, слава богу, удачно закончилось. Вот. Ну, в принципе, наверное, все в этой истории, да? Да. Все, всем пока. Всем пока. На дорогах беспределы, нарушение правил. Мы до вас доберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дамоклов меч, ваш колокольный звон. Время ответит за должностное преступление. Ты думал, что тебя спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то YouTube смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, сканированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города.